собственно говоря, название говорит само за себя. Следующая ступенька... Нет, подожди. Мне кажется, это было что-то более зрелое. С нами работали все режиссеры театра. Мы выросли, и мы стараемся. У каждого хорошего дела должно быть не только начинание, но и продолжение. Наше продолжение – это молодые артисты, потому что театр развивается, театру становится больше лет, много опыта. И хотелось бы передать его артистам, которые бы с достоинством пронесли бы его дальше. И, наверное, театр в их лице мог бы приобрести не только как бы свое продолжение, но и какую-то новую ступень и веху в творчестве театра. У нас начало, вы лучшие, вы должны сейчас выстрелить. Сегодня в целом был необычный для нас концерт, потому что мы всегда были на сцене. Самое главное — это то, что я познакомилась с потрясающим человеком, с потрясающим артистом, с Натальей Игоревной Загоринской. Она просто невероятная, и она мне раскрыла столько секретов. Последние дни мы в театре почти поселились. То есть я для себя взял в привычку брать подушечку для сна и пледик. Это большой рост, безусловно, это новое понимание каких-то театральных принципов, сценических принципов, принципов работы с партнерами, с режиссером, со сценой и со зрителем, конечно. Если там нам давали попробовать эту сцену, ну, так сказать, немножечко прикоснуться, то здесь нам говорят, ну вот, собственно, давайте, мы вас научили, применяйте то, чем вы занимались, и, мне кажется, получилось. Сроки были более сжатые, нежели прошедший концерт. Могу сказать, что мне вот давалось очень тяжело. Я буквально только на последней репетиции как-то сконцентрировался, смог, потому что большие номера. Хорошо, что мы все время были на сцене, потому что мы друг друга как-то поддерживали и помогали. Чувствовалась дружеская атмосфера больше, чем когда-либо. Я чувствовал, что вот между нами уже есть какая-то связь необходимая на сцене, которая так дорого. В этот раз прям очень тепло, зал принимал. Мне кажется, всем кричали «Браво!» после каждого номера. Такие громкие аплодисменты. Это Валя.